Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и тут такое дело, у меня совсем мало осталось пшикалки в нос, она почти закончилась, и пока я еще не начал сильно гундосить, нужно записать видосик. Да, мне написали в комментариях типа, йоу, какого хрена это пролаги у меня, какого хрена ты не потраил Фриду? Ну, честно говоря, траить Фриду пухой на плюс ноль... Мне кажется, сомнительное удовольствие, вы меня, конечно, извините. Да, как бы мой косяк, надо было бы попробовать хотя бы посмотреть на мувсет. Слушайте, а почему здесь тело? Господи, в смысле душа. Вот. Слушайте, а походу у нас на крыше кто-то сидит, потому что мне еще написали то, что в темном храме огня есть какой-то элитный рыцарь на крыше. Давайте сейчас посмотрим. Я хотел здесь подойти посмотреть, что стоит пуху улучшить, просто ради интереса. Этот закл мы с вами уберем обязательно. Так, есть что по улучшениям? У меня все еще дырявый палец. Нажимать на паузу очень больно, но я буду крепиться, стараться. Так, вот нашу пуху улучшить бы. Мерцающим титанитом я вообще в теории не могу это никак улучшить, это охрененно хреново. Ну, знаете, мне кажется, нет ничего лучше, кроме как взять и вернуться к вот этой пухе вот. Нет, не вот этой. Какой-то у меня был точеный, я, к сожалению, не помню, которым мы начинали играть. Слушайте, неужели его нет? Ну, помните, мы начинали, он был на молнию еще. Охренительная пуха. Лол, его реально что ли нет теперь? Да, походу его теперь нет, вы просто поверьте. Еще я в прошлом видосе забыл про алхимию поговорить. Ну вот это, по-моему, Astoria Straight Sword. Он тупо теперь на молнию. Ну, в принципе, мы на веру, нам подойдет. Может быть, его можно проточить хотя бы? Да, обычным титанитом фиг с ним. Это лучшее решение, которое мы можем сейчас реализовать, я думаю. Так что, чё бы, как говорится, нет. Дамаги... Ух, нихера себе скейла. Моё почтенница. Ну, а из пуха есть. Так, как он сейчас отмазку на нее возьмем в теории. В принципе, можем вообще даже молниевое оружие. Такой будет парадоксальный у нас Макс. Мак. Простите. Sorry for my language. Это мы делитим. Это картуз, это хрень, по-моему. Wither прикольно. Так, его мы оставляем. Теперь нам нужна какая-нибудь обмазка. И какое-нибудь еще заклинание C бы. Не знаю, что я хочу взять. Magic Damage. Хотя нет, давайте лучше вот вместо этого. Потому что какой-то плаг-эффект у нас есть. А что такое плаг-эффект, я не знаю. Должно быть интересно. И давайте вместо Пусимена мы, может, возьмем какого-нибудь другого. Ну, хотя бы Ликантропа, потому что Пусимен просто убийца. Слишком мне интересно все становится. Еще какое-нибудь заклинание надо бы взять. Я даже не знаю, что взять. Мне вот это очень сильно понравилось. И как я сказал, давайте попробуем наверх сходить, посмотреть, что там за негодяй стоит. Только я вспомню, куда идти. Или вспомню, или не вспомню. Ну, в общем, вы понимаете. Ты просто... Да, ты просто манекен. Нет, стоп, он, походу, быковать хотел. Лола, куда манекен-то дели? Алло. Ну, я на крыше визуально никого не вижу. Сейчас нам придется в храм темного огня идти, в темный храм огня. Возможно, тогда у нас все починится. Но, опять же, я не уверен. Не, слушайте, никого на крыше нет, как так? What the fuck is this? Там я тоже ничего не помню, ничего не знаю. Сюда, куда? Сюда. Прыгай, дядя. Вася, делай джамп. Беги как Лола. Вот слышите? Кто-то ходит и колодками шелестит. Кто это делает? А, Лола, это ты? А что это такое? И какого хрена ты тут забыл вообще? Из-за тебя даже ничего не дали. Почему ты здесь был? Что ты позволял? Как ты мог стоять, смел стоять там, где стоял он? Что это за место? Я честно не знаю, что это за место. Я первый раз тут вместе с вами. Лол. Предполагаю, что в оригинале такой фигни не было. Ладно, окей. Пусть будет так, как говорится. Очень необычно, очень интересно. Держи. Еще кто-то есть. Я слышу, где-то здесь он. Это не он был. Может, он прям на крыше? Ну, либо он там не один. Ох уж эти перестановочки. Ну вот же, слышу же.
Это куда? По-моему, мы там были. Короче, где-то... Нет, я хочу посмотреть, кто этот звук издает. Я спать не смогу. Ну, не здесь, где-то снаружи. Либо он в текстурах забаговал. Одного такого я нашел. А ну брось, дядя, можно я ударю сегодня? Ну вот, вот где-то здесь. Ну короче, нифига его нет, ладно. Туда ему и путь. Поехали, телепортируемся в темный храм огня. Заходим на крышу. Ключ, открывающий дверь на эту, получается, башню. У меня уже есть, так что все в теории должно быть alright. Получается, travel. Угу, вот сюда аж, блин. Далеко идти придется. И такой щит у меня вроде бы должен быть. Много чего у нас должно быть. Так, мадамы стоят, хорошо. Бафаемся. Ну, отлично. Просто так реликвии дают. Зовем Георгия Ликантропа. Зовем Витера. И идем наказывать всех. Уважаемый Черный Рыцарь. Это не то заклинание. Блин, я снова обосрался. Ликантроп, сколько у тебя хп? Ты танкуешь или... Да, слушайте, действительно, я просто не заметил в прошлой серии, простите. Я не специально, честная пионерская. Хоть я и не пионер. А может он забаговал, я его не видел, банально. О, лол, теперь еще какой-то дебаф от темной магии начал работать, господи. Каждый раз перезапускаешь игру, и что-то новое начинает работать. Или что-то новое начинает не работать. Очень странно это работает. Гы, ну нам реально на крышу идти. Так, если ты будешь проходить... Господи, что за звуки такие страшные? Кто там живет в этом храме огня? Покажись, мне реально интересно, кто ты, что ты? Почему ты пугаешь меня? Я думал, голубое свечение меня спасет, но голубое свечение не спасает. Так, теперь нам нужно... как-то подняться наверх, выйти. Наружу. Это не то. Это не то. Вот сюда и вот сюда. Да. Блин, а что так звуков-то много страшных? Нет, и простите. Я обосрался. Примерно на том же месте. Продолжаем, да, продолжаем. Великолепно. Не знаю, захотелось нажать перекат. Вот у вас такое бывает? Бежишь, бежишь, такой, перекачусь. И перекатился. Так, ну поехали. Чарим Блейд. Готовимся чарить себя. Витером. И вон там Ликантроп. Валерий нам сейчас будет помогать в бою. Ой, нет, сейчас бы не отъехать. Амана. Жив цел орел. Так, пошел баф. И пошел Валерка. Выходи. Ну и погнали. Так, Валер, ты куда пошел? Нам сюда. Там кто-то опасный, шо пипец. Смотри, какой красивый. Он какой-то опасный. Давайте я бафну чуть-чуть. Какашкой. И буду немножко наносить дамаг. Он, кстати, легкий. Я бы его в соляного завалил. Но не буду. Слушайте, он опасный. Он что, Ликантропу работал? Он, походу, Ликантропу уделал. Прикинь, какой жесткий. Not bad. Или Ликантроп просто упал. Нормально дядя бахает. Ай, больно. Я что-то так привык, что за меня всю работу Пусимен делает. Что теперь как-то даже неловко. Ну и заклинание, конечно же. Как бы я там кого-нибудь в храме огня не завалил. Так, ну хорошо. Champions Remnant. Вопрос только лишь в том, выживет ли все это. Теперь как бы вернут мне свет в храм огня или нет. Не в храм огня, а в этом. Ну, в начальную, короче, локацию. Это очень интересно. Так, тут снова этот фраер живет. А зачем он тут живет? Ударяю хотя бы с руки, хотя бы какой-то урон могу наносить. И это, блин, восхитительно. Потому что до этого урона не было. Ящерки нет. Ее банально забыли положить, полагаю я. Сюда нельзя, сюда нельзя. Хорошо.
Я еще, разумеется, под крышу схожу. Но, по-моему, все пропало, шеф. Нет, я все еще слышу кого-то в цепях, но я не могу найти. Кто это делает? Я после этого спать не смогу. Буду благодарен, если вы напишете. Параноидальному Владу, в чем же тут, блин, секрет? Давайте факел возьмем, ибо здесь темно. Как у меня дома. Полагаю, вперед. И, полагаю, ничего интересного тут нет. Ну, тогда мы еще раз наверх зайдем. А, вон кто это делал. Слушай, а почему в моем храме огня тебя нет, дружище? В чем твой секрет? Ты смотри, какой дикий, опасный. Был когда-то. И нам нужно наверх пробраться, попробовать. То есть сюда. И на самый-самый верх зайти еще. Башню разок, не в ту сторону. Башню прочекать. Все еще путаюсь в храме огня. Никак не могу привыкнуть к нему. И тогда нам, получается, замок остается. И где-то нужно огромное количество этих. Ну, косу взять еще и осколков. Ключ должен быть, я надеюсь. Кого? Не открывается с этой стороны? А как тогда быть? Снизу тоже не открыть, я прям уверен. Так. Видимо, предстоит разгадать еще и этот секрет. Но тут тоже ничего не открывается. Вообще никак. Я тогда не знаю, как туда попасть. Ладно, я, наверное, сейчас пойду, может быть, немножко пофармлю где-нибудь, потому что нужно много осколков, чтобы получить новые заклинания, грубо говоря. Блин, Bone Spike стоит. Ой, братан, ты так удачно промахнулся. Нет, это был дебаф с Withera, я понял. Я ж, смотрите, какой стильно обманул. Просто как ребенка. И он должен был упасть. Но он оказался не так-то просто и не упал. Ладно, братан, обманка не удалась. Ладно, скоро увидимся. В общем, я немножко пофармил, вы даже не представляете, где я фармил, это, короче, очень забавное место. Давайте купим перчатки, теперь мы их можем купить. Косу мы теперь ее тоже можем купить. И, наверное, вот этого мужика купим. 400, это, конечно, получше, но этот, блин, нормально будет бахать. И потом будем еще... Вот не знаю как, но в любом случае пока не могу это использовать, так что оставим так, хорошо. Так. Надеваем перчатки лича, где они? А, сейчас бы их еще найти... Блин, а где? Как они назывались? Подожди, они же должны как-то перчатки лича, нет? Гантлет оф злит. Да, все верно. А где их взять? Дядя. Вот. А, в самом низу, простите, я слепой. И еще, ну, пуха пойдет, в принципе, это пойдет. Эту фигню я не могу проточить. Фармить, к сожалению, эти кристаллы я не могу, не знаю, где их купить. Подождите, или знаю. Нам нужно спилы поставить. Уберем вот этого. Блин, зачем я это сделал? Где, получается, мужчина? Вот этого возьмем. Вместо этого получается вот это, да? Blood Assault. Вроде бы оно. Хотя не, стоп, давай лучше воровать хп от врагов. Это же топчик. И косу теперь еще возьмем. Посмотреть, как она вообще выглядит, что она вообще может. Где она? Начнем с этого, давайте. Коса некроманта. Наверное, она, да. Так, давай смотреть. Next swipe. Как она выглядит? Итак, кнопка. Выглядит она лакшери. Выглядит она неплохо. Вот такой мувсет. Это легкая атака. Заряженную пробуем. Такое себе. Блок обычный. И это она делает такой вот свим. Продолжений нет. А если правой кнопкой мыши? Не мыша этого. Ничего нету. Жалко. Ну что ж, может она кастовать, может она не может кастовать. Сколько в ней дамаги? Дамаги в ней, конечно, не так уж и много, честно сказать. Она на ловкость очень хорошо скейлится. Но этот меч намного лучше скейлится. Пойдемте ради интереса на ком-нибудь затестируем его. Его, эту пуху, получается. Тревел. В темный храм огня мы полностью прошли. В начало я тоже телепортировался. Здесь нифига ничего нету, все тоже темное. Короче, отстой. И давайте тогда в замок Лотрика. Пойдем вперед, чуть-чуть поглядим.
что-то мне подсказывает, что лучше моей начальной вот этой пухи на молнию ничего не будет пока что. Она быстрая, она мощная, она хорошая, она эффективная. Просто вах, мое почтение. И надо еще придумать, как талисман проточить, потому что никак нельзя его проточить. А где эти аркановые кристаллы брать? Я хз. И давайте пока в режиме реального времени, пока я помню, мы постараемся с вами поглядеть на алхимию. Вот я все в том видосе хотел, но забыл. Так, загрузка загрузилась. Мужик, давай далеко, ладно, уходи. Так, как у нас работает алхимия? Могу крафтить Greater Alchemy Reagent. Могу вот эти штуки крафтить. Stamina Boost, Consume Temporary. Это временное. Так, это, короче, эликсир удачи, который увеличивает до тех пор, пока мы не отъедем. 50 штук можно за раз сделать? Давай один скрафтим. А, подождите. Вон что, 50 душ, я походу понял. Слушайте, а прикольно. Temporary Sprint, Vistamina Usage, Boost Damage. А сколько что-нибудь самое топовое можно здесь скрафтить? Какие-то говнобомбы? Пассифинг, ну это всякие эффекты, это что? Увеличивает ХП регенерацию, ФП регенерацию, это можно взять одну. Потом Temporary Fill Your Body With Light. Чего? Увеличивает Defense, офигеть. Интересные штуки, Exploding, ну это классика, просто можно скрафтить. Пирожки, какашки. Until Warp Less, Stamina Usage меньше тратить. Chris Estus, and... прикольно, слушайте, просто бонусы всякие. Casting Speed. Нормально, ладно, потом попробуем. Ну и давайте какого-нибудь противника найдем. Дабы затестировать. Это вроде бы нормальный сундук. Так, а это интересно, Hood of Prayer. Что-то там Prayer. Я не помню, как она выглядела. Вот, роба молитвы. Фейс на 2, ну мне кажется, моя поинтереснее будет намного. Так, нужно делать скидку. Нужно делать скидку на то, что у нас пика неточеная. 600 с фигом, что ли, дамаг был? А как она хп лечит? Ну, знаете, без возможности... Чего? А где урон-то? А эта пуха сколько бьет? 500, а эта пуха? Но она чуть меньше бьет, забавно. Ну-ка, выстрели в меня, а я теперь похилиться хочу. По-моему, мало хп она восстанавливает. Могу ошибаться. Ну, если я братишку позову. Ну, блин, мне кажется, моя намного перспективнее пуха выглядит. Очень долго кастуется, очень. Вот хотя бы дамажит прикольно. Ну, блин, типа некромант с двумя косами. Это, конечно, забавно, но... Что-то мне подсказывает, что весьма малоэффективно. Ладно, пусть Мэна мы, наверное, брать не будем, он слишком имбовый, согласитесь. Хотя прикольно, косой он рубит, зато некромант максимальный настоящий. Вау, а вот это выглядит как незаконный дамаг. Но, скорее всего, эта пуха будет точиться мерцающим детонитом, а вы сами понимаете, что это отстой. Отстой в плане чего? В плане того, что очень много тратится. 1200, а это сколько бьет? Не, ну вот этим скиллом нормально, можно бахать. Очень хороший дамаг. Прям просто легендарнейший дамаг. Братан нормально меня прикрывает лестницу, чтобы никто больше не мог залезть. Просто мужчина, просто чемпион. Призрачные стенки, я помню, были. Может быть, и не помню. Так, одеяние крылатых ребят. Визуально я его глазами пока найти не могу, потому что я слеп, стар, глуп. Вот оно. Оно выше было. Вот оно. Boost in damage per hit on attack combos. Короче, чем больше бьем, тем больше дамага. Прикольно, прикольно. Этот мужчина здесь у нас изображен. Чего? Войти можно, секундочку, сейчас войдем в него. Филианор Спир Орнамент. Вот, наконец-то эти штуки начали падать. Для ковенантов, копьев, как копии церкви. Куда мы войдем? Интересно, интересно. Снова телепортации никуда непонятные.
Наверное, сейчас прервусь, еще кое-что подумаю. И даже не варпнемся, посмотрим, чем пик это что, ну, точится. И, возможно, потом в ДО, прям сюда, серьезно. Ну, я тоже думаю, мы активируем это. Чтобы, как говорится, было. Давайте в Firelink Shrine. Посмотрим, чем это пика точится. И, в принципе, нам же никто не запрещает два оружия использовать целых. Полагаю, что никто. Слушайте, я могу улучшить? Вот не то не могу, наверное. Да, не это, не то не могу, жалко. А если просто улучшать, чем она точится? О, так она обычным точится, мать моя. Только у меня их мало осталось. Это не слаб, стоп, подожди. Хотя дамаг нормальный, ну и хрен с ним. Теперь скейл на И. Теперь дамага хоть будет больше. Ты так и стоит между нами, тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Ну давай. Я же видел, ты пританцовывал, вон. Давай. Мадам, я же видел, ты танцуешь. Давай. Покажи, как ты флексишь. Опа, опа, оп, не удержалась. Ладно. Не будем мешать даме показывать свои таланты. Ну и скоро пойдем в замок Лотрика. Ну, в общем-то, сейчас мы с вами телепортируемся в замок Лотрика. Попробуем добраться до доспехов драконоборца, одолеть их. А там уже по ситуации. По сути, получается, это прям чуть ли не одна из последних серий. Потому что там душа пепла, и все, и конец, и финал. Мне Олег сказал использовать манекен. Но манекен, к сожалению... Я сейчас только что комменты чекнул. Манекен, к сожалению, того. Он как бы это, сломался, как вы можете заметить, до этого. И насчет фарма я нашел куда более лучшее место, чем мост. А вот насчет эликсиров на удачу, да, это мое почтение. Это я не догадался. Ну, я глупый, мне можно, как бы. Ничего нового, я думаю, вы не узнаете для себя. Так, ну и поехали тогда дальше. Кот, еще рано кушать, родной. Ты же, я думаю, понимаешь. А, нифига у него дальность действия, кстати, огромная. Вот это пока что, наверное, самое лучшее заклинание за последнее время. Слушайте, этот дух вообще не дамажит. Очень мало дамажит. Но вот это заклинание, мать моя. Она просто удаляет. Тупо одной силовой атакой всех можно похоронить. Единственная огромнейшая проблема, у меня вообще нету возможности стагерить противников. Типа им просто пофигу, как будто... Мне кажется, на этом персонаже слишком много черепов. Черепы слева, справа, сверху, снизу, везде черепа. О, ты уверен, что ты хочешь кидаться? Это и говно, и братан. Можно мне того, кто сверху? Нормально, двух плюх его уработали. Немножко этого нахарасим. Быстро визор. С кем он дерется, мне вот интересно. Ну, чисто так. Видимо, кто-то там не залез. И этот дурачок пытается его одолеть. Блин, немножко подлагивает, не знаю из-за чего. Но я вижу подлаги. Так, вот хорошо, нас просадили. Давай глянем, сколько мы сосать будем. Сосем мало. К сожалению. Ну или к счастью. Так, с этим мы разобрались. Что-то даже выпало. Дружище, вот ни черта не видно, а ты быкуешь. Зачем такое делать? Непонятно. Так, визор снова бахаем. Знаете, я бы даже, наверное, поставил кольцо, которое позволяет дольше бафом держаться. Потому что, на мой скромный взгляд, немножко не хватает. Слишком быстро они спадают, и их очень часто приходится перекастовывать. Я такое не очень люблю, мне кажется. На самом деле, мне так не хочется в дополнение идти, вот вы бы только знали. Так, мужик. Пока там мой темный друг где-то дерется, давай раз на раз с тобой перетрем. Не думаю, что ты будешь сильно против. А ты бафнуться не хочешь? Great Lance. Что, визор кончился, что ли? Что-то так долго держался. О, прибежал, ты смотри какой. Ты шо, умный самый? Так, ну костра я не визуализирую. Не, я, конечно, визуализирую, я его не наблюдаю, окей. Сейчас потихоньку что-нибудь найдем. А, все это время тут был подъем. Как давно я играл в Dark Souls. Первым делом пойдем сюда. Направо, по-моему, выход.
Нам еще надо будет на ту сторону потом сходить как-нибудь. Давайте от дурачка духа уберу. Есть предположение, что он там мог сгореть нафиг. Бафнемся немножко. Пойдем драться. Я не помню, это хороший или нет. Превратиться, да? Не успел. Отлично. Пацаны, что вы тут забыли, как говорится? Ты же не будешь превращаться? Будет. И он успел превратиться. Это отстой. Так, Хьюстон, у нас проблемиса. Придется говно его закидывать. Нифига у него гадюка далеко бьет. Что-то мне резко перехотелось в ту сторону идти, врать не буду. А интересно, можно несколько аур сразу взять? Но мне кажется, они будут настакиваться друг на друга. Это максимально логично. Так, ящерка, мне по тебе бы надо жахнуть. Не та кнопочка, блин. Самая унизительная погибель для ящерки, по-моему, произошла сейчас. А ну брось, ты видел мою эту? Мою, эту, косу? Куда колдую, непонятно. Надо бафнуться снова. Мало ли кто сейчас нападет на нас. Вот эти вот ребята, например, внезапно. А я их ныло с левой, ныло с правой. Если бы я мог проточить себе эту кастовалку, сколько бы было дамага, мама родная. Так, блин, подожди. Дружище, давай-ка решим вопрос по-человечу. А маной дамаг. Дамаг имеется. Этого мы завалили кое-как. Здесь у нас снайперский арбалет, он нам нафиг не нужен, но будем знать, что он тут есть. И вот этот ништячок надо бы взять еще по-хорошему. Так. Мерцательный титанит. Вопрос, успею ли я пробежать по мосту? Давайте попробуем. Мне нужно пробежать по мосту и на правую часть упасть, или на левую. Одна хренственно, как говорится. Потому что тут вот что-то есть, смотрите. Это вообще максимально стоило того. Теперь супер хорошо мне бы еще раз это сделать, потому что нам нужно дальше пройти. Так, тут ништяк. Мерцающий титанит. Восхитительные штуки на самом деле тут лежат. Врать не буду. Интересно, а что нужно для того, чтобы самому моды делать? В целом, блин, моды делать достаточно забавно. Можно делиться с людьми своим видением того, как ты хотел бы играть в Dark Souls. Вряд ли, конечно, я когда-нибудь до этого дойду, но кто его знает? Блин, доспехов драконоборца, по-моему, еще топать и топать. Если я не ошибаюсь. Так, тут я, наверное, подружку свою позову. Может, там много опасных... много опасных противников. Ну или не очень много. Блин, ребят, у вас большая броня. И вы мне не нравитесь. Такайтесь села, пока не поздно. Блин, визор кончился. Хреново. Так, дядя помогает как может. Очень мало он длится, очень мало. Надо было вот эту фигню кастануть. А, я два раза кастанул не то. Ну я дурачок, мне можно. Слушайте, а забавно, почему они не видят, что я их бью? Теперь пойди попробуй заметить лут. Медаль света, солнце, хорошо. Еще кто-то, я кидал, слышал эти блокировки Эстуса, не знаю кто. Но кто-то точно пытался кидать. О, нам еще вниз надо идти, елка. Вот кто, нифига, братан, тебя вообще не помню. Даже в оригинале не помню. Предполагаю, что ты там должен быть, но я тебя не помню. Не обессудь, как говорится. Ты меня так не пугай больше. Выходит вечно. Максимально неожиданно. Внизу, по-моему, будет какой-то говнюк. Вон он уже его видит. Чувствует присутствие черта.
Ой-ой-ой, ни хрена себе. Я тут поколдую. Какой ты элитный дядька. Блин, нашего напарника убивают. Надо бы помочь ему. Тупо спасли. Так, остатки рыцарей. Костер, необычное место расположения. Нормальный сундук, а разве тут мимик был, точно помню. Outrider Night Armor. Это, по-моему, не здесь лежало. Сейчас проверим. Сейчас бы найти ее. Вот этот. Increase Frost Resistance. Ну, такое себе на самом деле. Могло бы и получше быть. И это нормальный сундук, не поверите. Здесь у нас Азаль Став. Ну, мы пока не будем пользоваться колдунствами. И Sacred Doll. Короче, секретная, сокровенная кукла, наверное. Если пытаться перевести. Блин, офигеть, насколько Пустимен мощнее других самонов. Этого не должно так быть, но вы сами все видите. Прекрасно все понимаете. Ууу, я очень сильно задержался. Ола, а что, я урона не чувствую? Так, пойдемте драться попробуем. Нашему миньону, походу, борода. Ой, зря, дядя, как ты ошибаешься? Мужики, хорош. Просто попуститесь. Да хорош, у меня... Ну, вашу... Ну, что за уроды, а? Ой, как ты ошибаешься. Смотри, какой урод душный, а. Ты смотри. Ты смотри, сейчас накажет же ведь. Ну, давай, подходи, черт. И подружку свою бери, ты же любишь. Я люблю гэнгбэнки. Пафосно, конечно, бронька выглядит. И вид имеет, знаете ли. Здесь я бы даже, наверное, напарника позвал. Ну, типа, хуже не будет. О, ну, конечно же, мне даже приколдовать не дадут. Так. Лучше так, чем не так. Ты живой там вообще? А это что за место? Так, а этому мы можем дать по щам или нет? Не уходи. Лол, я его убить могу. Но какой в этом смысл, если мы можем его за пятку укусить? Ты меня так не пугай, пожалуйста, X2. И что, в лок цели нельзя эту хрень взять? Ну, конечно. Зачем что-то делать в этой игре, если можно не делать, да? А если я говной кину? А вот пусть он уже показал бы, кто босс этого уровня. Можно было бы, конечно, огненные бомбы взять, но у нас так не принято. Я их так запинаю, наверное. А кашками ты, конечно, здорово кидаешься. Ну, а знаете ли, я тоже не промах. Блин, тупо минус FPS. И чего, тут ничего нет, что ли? А как вторую ящерицу большую убить? Я не помню. Ладно, будем разбираться. Давайте нового позовем напарника. Там, по-моему, элитный был, или мне показалось. Забавно, каждый раз прилетает. Силовой, на. Так, парень, ты будешь мне помогать или нет? Ты вообще супер бесполезный. Я возьму письмена обратно. И визор кончился, как всегда. Полписечки у противника осталось. Нет, все закончилось. Ну, как всегда. Можно реально взять, короче, заклинание тихих шагов, кольцо на тихие шаги, просто ходить и унижать всех и вся. Вы посмотрите, они просто меня не видят. Это не должно так работать, мне кажется. Ну вот и минус мимик. Даже раздуплиться не успел. Это все, что выпало с этого мимика? Игра, ты меня троллируешь, походу, не иначе.
Да, какого-нибудь более эффективного высасывания жизней не помешало бы. Ну, чудеса на хил брать некроманту этому лечу как-то сомнительно все-таки. Можно было бы, но мне кажется, это личное или лишнее. Путаю эти слова, знаете ли. Так, ништяки снизу мы потом будем забирать, потому что сейчас надо бы разобраться с более насущными проблемами. Наверное, не долетит. Было бы слишком хорошо, если бы долетело. Типа очень долго кастуется. Дамаг, конечно, есть, но бесполезное. По большей мере заклинание. Братан, я же через стенки, наверное, могу бить. Ну или около того. Это я забафанного так унизил? Нифига я жесткий. Ничего не могу сказать. Приятное заклинание. В смысле, приятное оружие. Давайте нашего напарника позовем. Дебаф накинем на себя. Там же, по идее, еще один дракон остался. Просто, опять же, насколько мало дамага вот у этого существа и насколько много у Пусимена. Пусимен просто унижал всех. Просто умопомрачительнейший, испепелительнейший дамаг он наносил. Какие-то всякие гемстоуны, что только не летит сюда. Так, туда я сказал, мы потом сходим. Ну все, пойдемте на доспехов, на доспехи драконоборца. В надежде. Так, лотрекский сет. Давай глянем, что он дает. Лотрек Найт Армор. Reduce weapon stamina, короче, потребление стамины процентов на 10 с фулсетом можно, я думаю, снизить. Not bad, not bad. Как говорится, лишним не будет уж точно. А дам, глядишь, и полезным будет. Так, вопрос, куда идти? Я заблудился. Или я правильно иду? Я правильно иду. Каким-то образом правильно пришел. Так, тут у нас должен быть короткий путь. Do you know the way, как говорится. Братик не успел, надо его отозвать на всякий случай. И, по-моему, я даже помню, куда мы приедем сейчас. Это очень долгий лифт. Да, все верно. Я так и думал, что мы сюда приедем. Можно им тут поднасрать и уехать. Пацаны! Как же они стильно замансили, мать моя. Ладно, они в любом случае попадут в мои какашки, расставленные грамотно. Еще им накастую чуть-чуть. На этаже ниже останется тоже неплохо. Тоже хлеб, как говорится. Вопрос только в том, как тут взять Ковенант Солнца. Сейчас попробую найти, я не помню. Здесь вроде бы должна быть лесенка. А, сокрыта? Да. Лестница на месте, одна наверх, одна вниз. Вероятность не отъехать крайне мала. А, нет, тут можно упасть нормально. Я попробую. Демена. Великолепно упал. Почти не получив дамага. Сейчас увидание бахнем. Хера себе, он говно накидал. Увидание быстрее. Главное, чтобы он второй раз эту хрень не кастанул. А то и отравиться можно. Что за него дают? Какие-то остатки непонятные, которые мне нафиг не нужны. Туман, уходи, ничего не видно. Тут, по-моему, сундук секретный, мимик. Мимикообразный. Да. Усябака. Я Наруто Узумака. Забафусь просто не в себя. Визор кинул, я не помню. Давайте обновим на всякий случай. Много дамага не бывает. Да что ж такое, не могу левую кнопку мыши прожать. Вовремя. Так, прямой меч солнца. Хорошее оружие, великолепное. Даже не помню, как оно выглядит. У него она лайтнинг. Забавно. Ух, нифига у него скейл от веры, мать моя. 126. Знаете, наверное, даже лучше моего будет в теории.
Ну ладно, у нас тоже неплохая пуха. Отлично, еще и том на, возможно, магию. Точнее, на мираклы. Так, нам туда еще надо сходить, потому что там ништяк не забран. Потом наверх, потом найти ковенант парней с солнцем. В принципе, почему нет? Еще раз пройдем, зато все соберем, уже возвращаться не будем. Чтоб наверняка. Звучит как восхитительно, надежный план, полагаю я. Урна молний, не знаю, зачем она нужна. Но дают, бери, как говорится. Ништяк от кого-то остался незабранный. Нужно исправить. Даже два ништяка, ё-моё. И, а, я на этих дураков разозлился и забыл здесь пробежать. Ну, этого не стоило. Сейчас, получается, бежим. Откроем, наверное, еще ковенант солнца сразу. Готард Твинсворд тоже, возможно, будет новое что-то. Нет, обычный на физику. Самый дефолтный классический готардский меч. Не отрезать, не пришить. Хрень сморозил, ну мне можно. Тут, по-моему, короткая... Оу, май, подожди, мы сейчас будем драться с тобой. Колдун раз, ты колдун раз, я два, давай раз на раз по чесноку, давай на мужика. Сюда, я буду колдовать всякую хренотень. Говной тебя закидаю, если ты не против. Надо зайти в мою хренотень, любимую, вот так. И тупо похоронить ее. Не, нормально. Дамаг имеется. Помнится, когда-то такие топоры я с трудом выбивал, а сейчас они мне принесены просто неписем. Тоже на физику. Ничего прям супер нового. Сюда, как я и сказал, мы, наверное, не пойдем, потому что потом можем по короткой дороге спуститься и забрать все, что тут. Можно сразу забрать, фиг с ним. Останки рыцаря. Это у нас что? Это у нас большой титанитовый кусок слэп сюда. Здесь, наверное, возможно, на этом балкончике тоже будет что-то хорошее, а может не будет, кто его знает. Не положили. Вы серьезно? Вы мне ничего не положили, дядя? Ты шо? На мана. Кольцо с красным слезным камнем, полагаю, то же самое, тот же самый эффект имеет, что и в классических Dark Souls'ах. Ну да, увеличивает атаку, когда у тебя мало хп. Ну и если очень постараться, то мы можем попробовать first try-нуть этого пипяку. Ну или сначала еще слазить наверх. Почему, в общем-то, тоже нет? Давайте уже сделаем все, чтобы не возвращаться. Закроем, так сказать, как сказать, это все. Пика на, ну, латрекская, полагаю, она просто на молнию. Так что тоже ничего нового, ничего удивительного. О, Battle Mage, повязка боевого мага, вот это интересно. Boost Physical Damage. Необычно, кстати, ну типа боевой, я так полагаю, что у него в одной руке пуха какая-нибудь. Необычно, необычно. Давайте их заколдуем. Заколдуем левого, заколдуем правого. И еще потом по одному колдованию сделаем. Можно прямо так сделать по красоте туда. Не, нельзя. Ладно. Тупо мастер таймингов. Братан, ты че такой бракован? О, ля какой сексуальный стоит такой. Говорит, угадай, куда я пойду. Опа, все, все, передумал, испугался. Шо-шо происходит, братан? Давай на превьюшку с тобой встанем. Мой трындюк, как говорится. Ну, как-нибудь так, не знаю, потом, может, красиво сделаю. Так, не знаю. Братан, как-то мы некрасиво с тобой стоим. Не лакшери, вот как-нибудь так, почему нет? Сейчас. Потом что-нибудь выберу на превьюшку. Не хочет помогать мне жопошник, понимаете, какой? Тупо не отрабатывает на все бабки, даже наполовину стоимости не отрабатывает. Надо Пусимена взять, Пусимен хоть тупил, но если он до кого-нибудь добирался, он просто такой, тебе с левой или с правой, или с двух сразу. За всю фигню просто, вот реально. Оу, щит, там дядя большой стоит. Так, пока дядя не видит, я призываю друга своего. Братишка, я тебе покушать принес, давай сюда. Витер. Дарк Врейса. Поехали, он с тем, разберись, пожалуйста, братан. Он тупо стоит. Тупо не хочет драться, тупо стекует. Очко у него сжимается.
Ну, туда тебе и дорога, на самом-то деле. Смерцающий титанит. Не знаю, зачем он мне нужен. С этого, кстати, очень много титанита нападало. Две фласки на босса маловато будет. Я не буду сидеть, мы же жесткие, наверное. Я не уверен. И мы можем супер-мега-колдунство покупать. Miracle. Call down a bolt of lightning upon an enemy. Вот это надо будет взять потом. Unless your volley sunlight spears upon your foes. Короче, супер-мега-мощная молния в руках. Это что? Call down, sunlight spears. Короче, с молнии с неба. Прямой меч солнца, такой у меня вроде бы есть. Ну, броня Солера. Boost dex and face by 2. Знаете, я хочу, чтобы на мне было что-то солнечное. И... Оу, май, слушайте, а выглядит очень красиво. Блин, Armor of the Chosen, броня избранного. Я возьму, потому что хочу посмотреть, как это выглядит. И того... Не-не-не-не, я, короче, дебил, чтобы вы понимали. Ну, ладно, вы много все понимаете, мы все-все понимаем, ничего странного. Так, где броня избранного? Так, вот броня избранного. Честно говоря, хрень. Так что мы будем верны солнцу. Praise the sun, как говорится. Ой, ля какой, тупо лич. Лич, у которого в груди есть частичка солнца. Ну все, давайте уже на босса сколько можно. Я нечаянно на костре посидел, простите. Я не знаю, зачем я сделал по привычке. Я честно хотел на мужика подраться с боссом. Но забыл. Что-то я забыл, как всегда. Тупо, знаете, не знаю, Санек из подъезда 5-го вышел такой. В свитерке такой, не знаю, на улице плюс 10. Он щап-щап, батя, поможем машину починить. Вот за такого персонажа мы играем. Так, давайте кидаем говно сразу. Берем в две руки и начинаем разить. На. Ну, в принципе, я думаю, можно было Пусимена позвать. Полетели хорошо. Первый босс, который смог меня вынесить. Ну как босс, скорее гравитация. Гравитация безжалостная, ты создание. Так, ну мы же понимаем, что так это не может оставаться. Нужно его одолеть. Бафнуться всем, чем только можно. Быстренько влететь на босяру. И рассказать ему, что этот черт не прав. Накидаем говно и сразу ему. Нормально, по 3000 кусков от него отрываются. Какой-то он ударной волной дамажит. Блин, а если он скинет моего напарника, что делать? Он просто аннигилирует его. А, это вторая фаза, кстати. Надо отойти, пока не поздно. Он убил мою подружку. Чё он такой злой? Он просто ультимативный парень. Какой-то баф, что ли, висит, не пойму. Так, мою подружанию он одолел. Но меня ему не одолеть. Ой, а как. У него что, вторая фаза? Я уже очканул даже. Ша, не подходи. Я такой тип, оп, колдун, плохой, злой чердей. Я такой, оп, у меня солнечный меч. Красиво. Не, ну, в общем-то, все, победа есть победа. Победа вместо обеда, как говорится. О, неужели костер убрали? Серьезно? Полагаю, да, костер или нет. Подождите, он дальше был. Тут, по-моему, ништяк был где-то в конце тоннеля, нет? Вот с правой стороны. Могу ошибаться. Поставить серию на рендер и покушать, наконец, пойти. Так жрать охота, не представляете. Ну вот сбоку бы ништяк. Ну вы чё? Алло. Я хочу ништяк. А его, во, я ж помню, что это было. Какой-то супер топовый праведный том, святой том, написанный шрифтом Брайля. Вот, все открыто, интересно. Ладно, на этом мы закончим, прям на этом. И в следующей серии продолжим. Всем большое спасибо за просмотр, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк.
В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.